Кстати, я вам не рассказывала, но я ушла из офлайн-школы по изучению корейского языка и сейчас учу его самостоятельно в онлайн-школе. Так что сейчас нужно будет пройти всю начальную программу. Понятное дело, за сегодня я ее не пройду, но сегодня я ее начну. И потом уже позже начну те уровни, на которых я остановилась в офлайн-школе. Очень много времени. Как только наступила весна, появилось настроение. Правда, на улице не весна, а слово совсем, но настроение потихонечку появляется. Есть настроение. Лос-Анджелес. Thank you.
Мы ждем тактишку и едем на танцы. Нехасаю. Наша мамочка купила всем айс матчу. Thank you so much. Очень вкусная. В Японии лучшая матча ever. Очень света. Реально. Как говорится, не сфотал, не поел.